поэтому дайверы чаще общаются между собой с помощью сигналов или жестов, которые для более легкого и быстрого понимания должны быть простыми, однозначными и кодированными. Эти жесты одинаковы во всем мире, что позволяет нам сообщать простые понятия дайверам любой страны. В качестве дайверов вы будете общаться главным образом с помощью жестов. Однако, чтобы такой вид общения был эффективным, вы должны внимательно следовать установленному порядку. Прежде чем подать сигнал, удостоверьтесь, что внимание того, кому вы его подаете, обращено к вам. Жесты должны быть легко различимы, поэтому лучше, если вы будете их подавать не на фоне вашего тела, а сбоку. Удостоверьтесь, что ваш напарник правильно понял жест. Он должен ответить вам, точно повторяя сигнал.